Слышно? Как дела? Потихонечку? Что тут делаешь? А? Это просто скучно. А тебе сколько лет? Мне 18. Рэп любишь? Отчасти, смотря какой. Трэп. Ну, что? Новую школу? Нет, нет. Почему? Ну, есть, конечно, те рэперы, которые из новой школы мне там нравятся. Там Six Nine. Бульвар Депо нравится? Нет, не слышал. Мы не слышали. Ты американцев слушаешь? Стиль, короче, да? Да, в частности, да, мне из Old School, мне там 50 Cent. Eminem. Playboy. Eminem. Кто? Big Baby Tape. Слушай, Мигос. Слушаешь? Слушаешь Мигос? Мигос? Да. Ну, слышал пару песен. Они крутые очень. Ну, давай, вроде. Pop Smoke. Знаешь? Нет, нет. Слушай, честно, я рэпом, ну, не так увлекаюсь, как джазовой музыкой, возможно, каком-то плане роком. А, играешь на чем-то? Да, на фортепиано. Красава. А я биты пишу, пробую в лоджике. Ну, я пока новичок. Да нет, все равно круто. Это тяжело? Да не, на компьютере это не так, как фортепиано. Знаешь, фортепиано надо учить. А тут, ну, все у тебя под рукой. Намного проще. Попробуй. Как тебе так сказать? Да. Я, ну, не хожу ни в какую музыкальную школу. А, ты сам. Я думал, ты в школе. Слушай, я приходил очень много раз в музыкальную школу в Петербурге. Mm-hmm. Вот. Но мне отказывали. Говорили, ты слишком взрослый. Нам такие не подходят. В том возрасте ребята уже заканчивают музыкальную школу. Я такой, ну, стал разочаровываться. Откопил с родителями на фортепиано. Вот. А зачем фортепиано, а не MIDI-клавиатура? У тебя компьютер нормальный, мощный? Да, хороший. Ну вот, купи MIDI-клавиатуру и пиши в лоджике или там Кубейси. У тебя получится все. Серьезно. Просто фано, это, ну, как бы, нужно уметь играть. А тут, что, я вон на клавиатуре вообще пишу. Вот, смотри, вот такой. О, все, у меня даже нету ничего. Вот микрофон, наушники самые простые. Вот так. Ну, слушай, кто же знал, да? Слушай, с одной стороны... Она 3000 стоит, MIDI-клавиатура. Да. Я, честно говоря, я не знал о всех этих вещах. Ну, если и что, ты бери, ну, пока молодой, типа, нормальная тема. Я тебе говорю, у тебя получится. А то, что взяли, не взяли, ничего страшного. Ну, смотря какую музыку ты хочешь играть, для чего. У меня есть... Я пока... Ну, говори. У меня есть знакомые, которые, вот, допустим, закончили Гнесинку, ну, ты знаешь, наверное, московский. Да. Потом закончили, типа, были народными артистами, но что-то не шло, потому что, типа, неприбыльно. Но они, правда, не на фортепиано, а на аккордеоне, вот у меня кентушка. И они пошли программистом, ну, потому что деньги, как бы, важнее. А тут сейчас просто модно, и, ну, на музыке реально зарабатывают деньги сейчас. Спокойно. Раньше такого не было. А сейчас, ну, что, компьютер и просто тренировки, все. Вот, ну, слушай, я пока не то, что учусь. Я учу произведения. Мне не нравится вся эта теория, честно говоря. Просто там выучил пару произведений. Может быть, знаешь, Людовикова. Песня, ну, не мой, а Флай. Угу. Знаешь, да?
Ну, я, может, слышал так. Да я вообще вот такой, типа, рэпчик слушаю, бро. Это сложное произведение. Я вот предположу... Если ты так умеешь играть, то ты можешь в электронной музыке какой-то там те же биты делать очень хорошо. Ты подумай над этим. Пока молодой, ну, там пару лет, и ты достигнешь определенного. Тем более у тебя комп хороший, все есть. А там 3000 какие-то, это ничто. Если ты умеешь играть произведения, я не умею играть вообще на фортепиано. Хотя учился в музыкальной школе, там, но ее бросил. Там 3 года поучился, бросил. Ну, давно было, детство. Потом пошел в музычилище, 3 месяца отучился, бросил. А сейчас вот уже начал, типа, электронную музыку. Ну, потому что это легко. Слушай, я предположу, а ты же знаешь группу Queen? Да. Ну, произведение, ну, где-то... Там сложное произведение. 20% я выучил богемскую рапсодию на фортепиано. Это типа органа, там как орган, там много, надо в 2 руки играть, да, Ейка? Да. А, ну, значит, ты шаришь. Подумай насчет электронщины, мало ли у тебя. Типа. Ты хорошо играешь, ты играешь лучше, чем я, лучше, чем мои знакомые битмейкеры. Ну, типа, ты посмотри, кто на Ютубе даже, вот чуваки, они же играть не умеют на фоне вообще. Но они как бы создают там тренды, еще что-то. Но ты видишь, сразу в такую крутую музыку лезешь, как бы. Она... Да. Это не рэпчик. Ну смотри. Да. А вот у тебя есть что-то свое, что с тобой написано? Да, ну смотри, я что-то могу сказать. Но у меня слабенькое все. Тут да, нормально. Я сам только в этом не шарю. Ну, типа, сразу вступление какое-то, или это просто такой мини? Да, это просто, да. Вот такая вещь. Ну, накладывается, ты слышишь? Накладывается одно на одно, так нельзя. Плохо. Слушай, а ты сам откуда? Москва. Москва. Короче, скачивай программу. Нормально будет. Кубейс. Хочешь, я напишу название? Да, напишу. Я только что. Спасибо. Так что у тебя очень большой... Видишь, это просто... У меня стаж 3 дня, чувак. Просто на карантине. Вот есть такая, есть Кубейс. Ну, просто загуглишь. Кубейс, либо... Logic это на Mac. Но у меня Mac, Logic я. Logic Pro X. FL Studio, Cubase Logic. Ну, любую вот скачивай. Короче, программа для написания музыки. Она не платная? Ну, они есть. Всегда можно скачать бесплатно. Торрент там, все дела. Спасибо, что ты меня так заинтересовал. Да, попробуй. Просто там много инструментов. Там можно орган, даже если ты как-то подключишь или там MIDI-клавиатуру какую-нибудь купить. Там можно как на органе играть, ту же рапсодию, понимаешь? Подставить бит, барабаны, там это очень просто делается. На 2 клика. Подумай. Как оркестр будешь. Боже, спасибо тебе огромное. Да ладно, не за что. Ты молодец. Удачи. Все впереди. Да, спасибо тебе тоже. Да, спасибо. Привет.
Привет. Что делаешь? Я пишу биты. И вот зашел сюда. Стримить не стримлю, но пишу эфир. Сейчас эфир, да? Как? Эфир сейчас идет? Да. Да? Угу. Это на Ютубе, да? Да. Сейчас тебе напишу. Кашка как называется? Вот, написал. Но эфир не идет, это не стрим. Нет, просто подписывайся. Ну да, подписывайся, будет приятно. Ты не музыкант? Да. Я нет. Обычный бот. Я на пол Ютуба. Ну смотри, прикольная тема музыкой заниматься. Да, хватит. А сколько, когда будет стрим? Да не знаю, у меня нету карты видеозахвата. Я не могу скринить и экран, и это. А просто одному сидеть, стримить. Но у меня нет, мало подписоты, короче, я пробовал, чуть не то. Сколько? Ну посмотри там, нашел. Сейчас будет. У меня связь плохая. Ну ты запиши себе. Ну я запомню. Ну да. Ну ладно, я пойду дальше. Да у меня вообще мало. Только, видишь, пытаюсь. На карантине так начал делать. Угу. Давай, удачи. Ну ладно, давай, пока, удачи. Пока, спасибо. Боже мой. Фух, жесть. Тоже какая-то жесть. Еще. Блин. Да, все в туалете, что ли? Это непонятно. Тоже какая-то непонятная. Маски, что ли? Нет. Привет. Стрим. Здорово! Куда едете? О, слушай, братан, ну-ка спой нам что-нибудь, а? Бацай да... морку! Да ну брось! Привет! Чё молчим? Не могу уснуть. Артист.
лютый. Да, жесткий тип. Вот как в России дела обстоят. Так этот звук он. Как жизнь-то? Собака вон у него. Да, жесткий тип. Очень жесткий. Призыв курица. Музончик слушает. Очень жесткий чувак. Колонка? Колонка. Заткнись. Ага. Господи, как они живут. Вы посмотрите, ребят. Какой коронавирус? Тут вообще жесть творится у людей. Боже мой. И как девишки. Жесть. Ютуб? Привет. Привет. Ты блогер? Нет. А кто ты? Человек. Ютуб не смотришь? Ну что? Смотрю Ютуб. Меня узнал? Нет. Что, написать тебе канал? Давай, вот посмотрю когда-нибудь. Ну на. Запомнишь? А, ну вот. Давай. Так. Блин, надо научиться, в общем, резать эфиры, чтобы они были прикольные достаточно. Потому что так. Так. Дело. Дело. Привет. Привет. Ты играешь на чем? Что? На мужских нервах. А ты из Москвы? Ну да. А чем занимаешься-то? Хлебами. Понятно. А ты стримишь? Не, ну стрим не идет, но так я пишу видео. Это пидорас, брат. Да, что-то мало пользователей.
Много очень было, очень много было. Прям жестко много было. Только туда это не забанить. Да. Привет. Привет. Ты откуда? С края. Какого? Южного. Это где? Географию хорошо в школе учил? Нет. Плохо. Я из Питера. Южный край где? Не у нас. Ну, ясно хрен. А где? Юг России где? В Сочи. Немножко ближе. Краснодарский край? Дальше. Не знаю. Я за МКАД не выезжаю. Краснодарский край. Город. Пенза. Какой? Любой. Нет. Краснодарский край. Город какой Краснодарского края? Любой. Не любой. Хорошо. Еще. Ой. Он доступится. Все бухают, только смотри. Как жизнь? Чё скажешь? Я понял.